Я дружу с этой маркой и люблю ее. Объездил 138 стран. Годы жизни. Что нужно взять с собой в дальнее путешествие? Застряли. Что делать? Гениально. Конец связи. Ну что ж, нашли мы быстро Юрия Викторовича. Сейчас попробуем его дернуть. Самый простой и эффективный способ помощи – это дернуть другой машины. Ну что, Юрий Викторович, привет, здорово. Давай, время не тратим, а то сейчас дождь пойдет быстрее сразу же. На тебе шакл побольше, я этим подцеплю. Какие хитрости есть, когда вы закручиваете шакл? Сразу же показываю. Вы его закручиваете до конца, а после этого делаете полоборота. Это делается как раз для того, чтобы после вам можно было бы легко его выкрутить. Закручиваете до конца и полоборота назад. Здесь мы будем тащить, наверное, рывком дернем, Юр. Машина у тебя тяжелая, у меня полегче. Вот на рывке мы машину это выдернули. Это динамический трос, поэтому его ничем покрывать не надо. Но если вы пользовались бы лебедкой с остальным тросом, то обязательно надо сверху положить какую-нибудь там телогрейку или какую-нибудь куртку или даже специальное приспособление, потому что, не дай бог, трос лопнет, это может привести к очень негативным последствиям. Хотя сейчас стальные тросы уже редко применяют, в основном все лебедки сделаны веревочные. Ну что ж, пойдем откручивать. Только что мы вытащили автомобиль Discovery с помощью динамической веревки. Сегодня в нашем уроке мы вам расскажем, что надо сделать для того, чтобы не застрять на дорогах. И что нужно сделать, если вы в конце концов застряли. Вот здесь маленькая ремарка. Если вы заметили, мы вытаскивали автомобиль Discovery задним ходом. Почему? Потому что в автомобиле Discovery Sport задний крюк проушина, она ввинчивающаяся. И когда такое динамическое усилие, то лучше подъезжать передом и дернуть машину назад. Но это специфика именно конкретно данного автомобиля. У меня в моей практике были случаи, когда вот такое тяни-толкай проходило на протяжении недели. Я помню, что на Camel Trophy в 94 году в пампах Парагвая была просто беспролазная грязь, такая практически по пояс. И вот караван Discovery первых друг друга по очереди дергал в течение практически 5 дней. Все в грязи, по уши. Машины по уши в грязи, но только с помощью вот этих вот динамических тросов машины вырывали друг друга из плена и шли дальше. Итак, что же нам нужно делать для того, чтобы не застрять? Первое. Если есть возможность объехать препятствие, я рекомендую его объехать. Потому что, как гласит старая русская пословица, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Поэтому лучше объехать препятствие, чем потом потратить час-два для того, чтобы вытаскивать машину из грязевого плена. Второе. Если возможности объезда нету, надо внимательно изучить наиболее тяжелое препятствие, промерить брод, посмотреть, каким колесом где вы проедете. Если вы едете с напарником, то желательно, чтобы он стал впереди машины и сам бы вам показывал руками, куда вам направлять колеса, направо, налево. Это облегчает прохождение препятствий. Если же вы один, то я рекомендую также поставить вам какие-то вешки. Вот вы хотите, чтобы левое колесо у вас прошло примерно здесь. Не поленитесь, выйдите, воткните какую-нибудь палочку или просто запомните, куда вы непосредственно в данный момент поедете. Это тоже очень важно. То есть принцип один. Посмотри, подумай и только после этого трогайся в путь. Это сэкономит вам
и время, и ваши силы. Особенно, если у вас нет цели просто засадить машину куда-то в грязь. Если же вы чувствуете, что сцепления не хватает, то вот это вы делаете вот такое движение рулем, которое позволяет в грязевой ванне колесам сильнее цепляться за грунт. Бывают ситуации, когда нам необходимо выбраться из колеи, потому что нам просто не хватит дорожного просвета, чтобы проехать дальше. Поэтому мы пытаемся это сделать, но у нас это не получается. Ни влево. Попробуем с вами сделать это вправо. Машина упорно идет вперед, но не выбирается. А дальше ехать опасно в таком режиме. Но вот это старый английский способ вытаскивать машину из колеи с помощью веревки. Для этого нужна вот такая веревка. Она может быть разной длины. Вот сейчас я взял короткую, бывает подлиннее. Просто в зависимости от условий. Прицепляете к переднему крюку данного автомобиля. Если у автомобиля два крюка, то, соответственно, к тому крюку, который ближе к вам. Но мы все с вами бережем окружающую среду, поэтому прежде чем обматывать эту березку, я сюда вот прислонил сумку из-под этого каната, чтобы не повредить дерево. Вот делаем натяг сильный. Но тут надо делать действительно все в натяг. И делаем как минимум три плотных оборота. Никаких узлов нам делать не нужно, но я уж для страховки сделаю 4. Садимся за руль, выворачиваем руль резко вправо, и тут надо не стесняться, тут надо газануть, но обязательно следить. У нас машину вынесет сюда, здесь деревья, машину жалко, то есть вовремя ее остановить. Вот наша, собственно говоря, задача. Посмотрим, как у нас должны стоять колеса. А колеса должны у нас быть вывернуты до конца. И здесь мы поддаем, ставим на задний ход, поддаем газку. Ну, теперь у нас все получилось. Спокойно можем трогаться и ехать дальше. Лебедка, если она стоит на вашей машине, это вообще незаменимая вещь. Но в то же время сейчас есть, во-первых, есть ручные лебедки. Во-вторых, есть лебедки, которые вы просто можете на крюк нацепить. То есть не надо, чтобы она у вас все время была, если вы не проводите все время на оффроуде. Но если вы отправляетесь в серьезное путешествие, то ручную лебедочку, небольшую, которую можно купить сейчас практически в любом хорошем хозмаге, я бы положил, потому что есть ситуации, когда именно там вот 2-3 метра протянуть машину, и вы уже выберетесь. А в ситуации, когда деревьев нет, а такие ситуации тоже бывают, и если уже такая ситуация критическая, то тут можно использовать такой старый, я бы назвал его камелотрофический способ. Это когда вы берете заднее колесо, закапываете его перпендикулярно в землю, используете как якорь, к нему привязываете, ну, предположим, вот ту же ручную лебедку. Иногда можно и большой домкрат использовать, как лебедку. И двигайтесь вперед. Но это там, где нету никакого anchor point, нет никакого якоря. Это там пустыня, степь, не знаю, поле. Но такие ситуации тоже бывают. Они тяжелые, потому что там приходится каждые там 5-6 метров это колесо перезакапывать. Так что надо быть осмотрительнее. Как я еще раз говорил, нужно 10 раз подумать, прежде чем трогаться вперед. Дорогие друзья, сегодня на полигоне Land Rover Experience в Ильинском, на этом прекрасном автомобиле Land Rover Discovery Sport, мы показали вам, что нужно делать в условиях реального бездорожья. В следующем нашем уроке мы расскажем вам, как подготовить машину к дальнему путешествию, что нужно взять с собой, что нужно предусмотреть, чтобы спокойно и безопасно из пункта А достичь пункта Б. Друзья мои, самый важный инструмент на бездорожье. Она выручает даже в тех случаях, когда лебедка сломалась, все сломалось. Но с помощью лопаты ты машину в конце концов, может быть, путем неимоверного труда, но ты ее вытащишь. Подписывайтесь на канал Land Rover Russia,
Следите за нашими новостями. С вами был Сергей Трофименко.